38-летней Ксении Собчак, Платон встретил свою первую любовь. Телеведущую умилили романтические чувства трехлетнего наследника. Дочь близкой подруги Собчак, дизайнера украшений Яны Расковаловой, отметила день рождения. Виолетте исполнилось 3 года. Ксения вместе с Платоном посетила праздничную вечеринку в честь малышки. На мероприятии сын светской львицы романтичную признался виновнице торжества в любви. Платон, стоя внутри мыльного пузыря, нежно обнял Виолетту и осыпал ее поцелуями. Девочка также несколько раз поцеловала его в губы, после чего засмущалась и застенчиво отвела взгляд. Ксению растрогала эта сцена. Журналистка поделилась забавным роликом с поклонниками. «Когда вы с подругой даже рожаете одновременно, ваши праздники выглядят вот так», — пошутила Собчак. Фанаты оценили ролик. «Какой любвеобильный малыш! Платон, та еще штучка! Вот и невестка на горизонте появилась, самые искренние цейоловушки», — прокомментировали пользователи Instagram. Расковалова также поиронизировала над первой влюбленностью малышей. «Ксения, это наши улучшенные копии», — обратилась Яна к Собчак. «Ага. Моя, как всегда, лезет целоваться», — добавила жена Константина Богомолова. Собчак часто делится смешными видео со своим ребенком. Недавно Ксения сняла, как Платон забрался к ней в кровать и попытался стащить с нее одеяло. Ведущая Первого канала также показала, как сын не узнал ее на откровенном фото. Сейчас звездная мама обеспокоена разрастающейся эпидемией коронавируса. Ксения рассказала, как отправила на карантин учителя Платона, прибывшего в Москву из Китая.